33-летняя американская актриса, продюсер и певица полностью отправилась после перенесенного коронавируса. Рита Уилсон, исполнила национальный гимн. Известные супруги вернулись из Австралии в США. Они воссоединились со своими сыновьями в Лос-Анджелесе. Рита решила поблагодарить своих поклонников за поддержку и побаловать их исполнением национального гимна. Это стало ее первым выступлением после победы над COVID-19. Певица записала трек для NASCAR iRacing Pro Invitational Series, виртуальной альтернативы гоночной лиги. Вместе с ней в ролике снялся ее младший сын, 24-летний Труман. Рита Уилсон и Том Хэнкс женаты более 30 лет. Они стали одними из первых знаменитостей, у которых диагностировали новый вирус. Супруги заразились в начале марта, будучи на съемках биографического фильма База Лурмана «Элвис Пресли». Актеры прошли курс лечения в австралийской клинике. «Я так благодарна за свое здоровье врачам, медсестрам, друзьям и семье, которые помогли мне пережить это время. Вас, интернет-друзья, также нужно поблагодарить, потому что ваши молитвы и оптимизм были глубоко прочувствованы. Я праздную красоту этой жизни, благословение, которое дал Бог, и мое дальнейшее хорошее здоровье, как выживший после COVID-19, отметила актриса и продюсер фильма «Моя большая греческая свадьба». Это не первое испытание для Уилсон. В 2015 году она прошла двойную мастектомию после того, как у нее был диагностирован рак молочной железы. Сообщает Daily Mail. Рита и Том рассказали о первых симптомах болезни. Сестра Хэнкса призналась, что он тяжело перенес инфекцию. Несмотря на все трудности, супруги победили вирус за 5 дней.